Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов, их автобиографии. Джузеппе Джоржетти, итальянский скульптор, был сыном резчика по мрамору Джованни Марии. Дата его рождения неизвестна, как и подробности детства и обучения. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете. Их не очень много. Джузеппе Джоржетти работал в мастерской своего брата Антонио, реставратора античных статуй. Для римского палаццо Барберини он восстановил античную скульптуру Вах. В 1672 году для капеллы святого Себастьяна в церкви Сан-Себастьяно Фуори ле Муро, построенной по заказу кардинала Франческо Барберини, скульптор создал мраморную скульптуру лежащей фигуры Себастьяна, пронзенного стрелами из позолоченной бронзы. Существует предположение, что в этом замечательном произведении Джузеппе использовал модель, подготовленную его братом, и, возможно, рисунок Чиро Ферри, автора оформления капеллы. Джузеппе Джоржетти поставлял модели скульпторам-ювелирам серебряных дел, мастерам для отливки из дорогих материалов. Работал в Алетрии в соборе Сан-Клименте, для которого создал проект главного алтаря и модели фигур святых. Сотрудничал с Лоренцо Аттони по выполнению многочисленных заказов кардинала Франческо Барберини, в том числе по сооружению фонтана для внутреннего двора Палаццо Барберини со статуей Аполлона, 1677 год. В 1679 году Джоржетти и Аттони восстановили античную скульптуру Фавна Барберини из собрания семьи Барберини. После смерти кардинала Барберини, правителя художников, в 1679 году о Джоржетти не имеется исторических сведений. Умер после 1682 года. Вот так вкратце из данных, которые мне удалось найти из переводной Википедии о Джузеппе Джоржетти, итальянском скульпторе. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.